Мы сейчас находимся в суде сектора Чентру. Весь суд блокирован вооруженной полицией, ОМОНом, отрядом Фолджер. Никого не пускают. Меня как кандидата в президенты сюда пропустили. Что происходит? Идет фабрикация очередного уголовного дела против председателя нашей партии Рената Усатова, против моего доверенного лица в президенты, как кандидата в президенты Рената Усатова, руководителя избирательного штаба нашей партии на этих выборах. То есть у того, что происходит, есть как бы две стороны. Первая – это личная боязнь и личная ненависть Плохотнюка к Усатому. Плохотнюк боится Усатого, потому что тот представляет для него реальную угрозу. Усатый сейчас выступает свидетелем в одном из государств Европейского Союза по уголовному делу, по которому Усатый обвиняет Плохотнюка, и полиция, следствие обвиняет Плохотнюка в том, что он организовал транснациональную криминальную группировку, которая занималась совершением тяжких преступлений в Европейском Союзе, в том числе есть информация, что он руководил бандой киллеров, которая осуществляла заказные убийства в Европейском Союзе. Это очень тяжкие преступления, это даже более тяжелые преступления, чем кража миллиарда, потому что это уже просто мокруха, такая уголовщина оголтелая. Плохотнюк пытается все это остановить, но делает это очень бестолково, очень тупо, очень трусливо, используя своих марионеток в системе юстиции, в прокуратуре, в судах, в полиции, он фабрикует это дело. Это первый аспект. То есть Плохотнюк боится Усатого. Второй аспект заключается в том, что таким образом Плохотнюк пытается повлиять на ход президентских выборов. Сегодня до конца кампании, до самих выборов осталась всего лишь неделя. Они видят, что наша партия набирает обороты, и она очень хорошо выступает на этих выборах. И они пытаются повлиять на волеизъявление граждан. Таким образом, они пытаются запугать сторонников нашей партии, сторонников Усатого, кандидата от нашей партии на пост президента. Они пытаются деморализовать людей, пытаются заставить избирателей, до сих пор где-то четверть избирателей, они вообще не знают, за кого голосовать, пытаются их заставить проголосовать за кого угодно, но только не за нашу партию. Потому что сегодня наша партия, кандидат нашей партии, реально является единственным кандидатом, который выступает против этого режима. Мы идем на выборы с указом номер один о роспуске парламента. Это единственный быстрый и законный способ смести этот режим. С Плохотнюком все ясно. Я бы хотел обратиться и к международным организациям, к дипломатическим миссиям. В 2014 году, когда партию Усатого снимали с парламентских выборов, также незаконно, также грубо, в последний момент, Запад, он закрыл на это все глаза. Запад сегодня фактически крышует Плохотнюка. Я хочу обратиться к посольству США, к посольству Европейского Союза, к миссии ОБСЕ с призывом прекратить покрывать Плохотнюка. Потому что терпение людей, оно не безгранично. Сейчас мы призываем граждан к мирному восстанию на выборах. Без вил, без коз, без топоров, к восстанию с помощью бюллетеней, чтобы люди взяли бюллетени и 30 октября массово проголосовали против этого режима. Но терпение людей не безгранично, и может случиться так, что восстание окажется не совсем мирным. И в этом будут виноваты прежде всего западные покровители нынешнего режима.